Уже традиционно в конце августа в город Болгар съезжаются археологи со всех точек мира. В этом году на площадке Международной археологической школы собрались более сотни представителей из России, Германии, Египта, Китая, США и других стран. Организаторами школы стали Казанский федеральный университет и Институт археологии имени Альфреда Халикова Академии наук Республики Татарстан при поддержке фонда «История Отечества». Школа ставит своей целью подготовку специалистов, повышение квалификации, коллаборацию между специалистами уже готовыми и подрастающим поколением исследователей. Вот. Также преподавательский состав может помочь молодым ученым, дать им экспертную оценку их работы. Программа школы из года в год меняет свой формат, оставаясь интересной и для новичков, и для специалистов, которые уже принимали в ней участие. Я из Америки, я живу в городе Тротия. Я здесь, потому что я хочу изучать археологию больше, чем просто в Америке. Здесь я изучаю геоархеологию. Это очень интересный предмет. И я только могу изучать этот предмет здесь. A cultural coordinator here. My job is to conduct cultural activities here for the participants from all over the world. В этом году работа школы проходит в рамках научно-образовательных практико-ориентированных программ «Геоархеология», на которой изучают естественные природные процессы, влияющие на состояние археологических памятников и основы исследования древних орудий труда. Кроме того, участники школы получают возможность применить свои знания на практике. Программа наполнена не только лекциями, но и полевыми работами. Ну, в данном месте нам часто попадаются хозяйственные постройки, жилые постройки, то есть это, по ним, их можно определить по так называемым замкам, болгарским ключам, которые часто попадаются. Ни для кого не секрет, что во время полевых работ исследователи обнаруживают разного вида находки. А найти тут можно много всего интересного, но прежде чем все это отправиться на экспертизу, находки необходимо хорошенько промыть. После того, как все найденное пройдет необходимую обработку, исследователи ожидают кропотливая работа в лабораториях школы. Здесь участники узнают, что можно рассказать по костным останкам о человеке. Аналогичная экспертиза ожидает и найденную посуду, элементы одежды и быта. Самые интересные находки всегда найдут место в музее болгарской цивилизации. Огромное количество в этом музее подлинных экспонатов, которые вы можете наблюдать, которые раскрывают все стороны жизни города Болгар. Помимо теоретической части, эксперты проведут мастер-классы. Работа школы продлится до 2 сентября. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.